Привет! А сейчас я вам расскажу, почему я бегаю 365 дней. А, ну перед этим... чай. Ну, знаете... обожаю зеленый чай. Несколько дней назад я выпустил ролик 365 Days Running Challenge. Я оставлю ссылочку в описании, в котором я говорил о том, что я начал бегать каждый день. Сегодня уже идет 21 день, как я бегаю каждый день. Неудивительно, да? В том ролике я оставил ссылочку на парня, который тоже прошел этот челлендж. Он бегает до сих пор. Меня это мотивировало, вдохновило. И я тоже решил тем самым... устроить себе испытание. Но помимо этого, я в том ролике говорил, что я качаюсь. Я бегаю и я качаюсь. Это два основополагающих факта моей повседневности. Ну, из хобби. Так бодрит. Знаете, даже очень достаточно интересно, мне один комментарий писали по поводу вызова, но это вызов совсем другой, я расскажу о нем позже, не в этом ролике. Вот, а по поводу того, что я бегаю каждый день, что, типа, он связан с тем, что я не популяризирую какой-то вид спорта, вид деятельности, там, в том числе бег, а то, что я пытаюсь на этом, грубо говоря, хайпануть. И знаете, то и то будет правильно. Я хочу популяризировать немного вид спорта среди своих друзей, подписчиков, знакомых, семьи, потому что бегать это круто. Это реально круто. А с другой стороны, я хочу, чтобы как бы об этом узнали, это больше людей увидело, смотивировало. Я надеюсь, что это кого-то мотивирует. Кто-то вместе со мной начал тоже бегать, но пока стесняется об этом сказать. Очень много пишут комментариев по поводу бега, в каком, каким приложением я пользуюсь, откуда у меня столько сил. И много других вопросов. Все, кстати, информацию я выкладываю в Инстаграм. Я оставлю ссылочку себе в описании, так что, если вам будет интересно, подписывайтесь, следите. Будем вместе тоже бегать. Может, вы тоже напишите, отметите меня в своем сторис, то, что вы начинаете пробежку. Я поддержу вас, потому что я как никто понимаю, что когда ты начинаешь что-то один, без какой-либо поддержки, даже извне, это достаточно тяжело. Даже вот любое начинание без поддержки, оно будет очень тяжело. И это знаю как никто. Даже бег. Бегать в компании достаточно весело. Я бегаю со своей собакой. С Кузей. Мы с ним уже достаточно много побегали. А, кстати, я же говорил про тренажерный зал. Сейчас я вам покажу свою форму. Я вам покажу на фотографии, как было до, ну там видеоролик, как было до, сейчас скажу когда, как было 17 августа, это уже прошло, получается, больше 3 недель. И как сейчас, моя актуальная форма. Сразу же говорю, это никакое не позерство, я фиксирую свое нынешнее положение, форму, какой я жирненький. Где нужно подсушиться, потому что это будет же челлендж 365 дней. Я хочу смотреть, как меняется мое тело, мое сознание, мирозрение. Все хочу наблюдать. Вот. И все. Как бы я не идеальный. Я сейчас надужу вот. Ну, сейчас уже не третий, а второй месяц беременности. Так что... все нормально. Нет предела совершенства. Будем идти к своим целям. Так что тоже присоединяйтесь. Челлендж 365 дней бега. Каждый день. Каждый день. Все. Всем удачи. Ну вот он, собственно, я. Так, немного волнуюсь. Ой, вот. Так, я без напряжения. Так, собственно, если я
Напрягусь. Есть над чем работать. Сжигать жир, подкачивать грудь, бицепс, плечи, спину, широчайшую, ноги. Так они в свободном состоянии. А так если я их напрягаю. Собственно, вот. Моя актуальная форма на данный момент, на 6 сентября. И сегодня, какое еще произошло событие, это я сходил с племянником на теннис, на большой теннис. Я не покажу лицо. Я типа одеваю дом. Знаешь? А я не покажу лицо. Сейчас мы идем с тренировки, возьмем интервью очевидца. Какого очевидца? Здрасте. Это тебя, Жень. Че? Че должен сказать? Че ты должен сказать? Ничего. Как тебе, понравилось? Ага. Нормально. Меня видно хотя бы? Да видно тебя. Просто я смотрю в эту черную штуку и ничего не вижу. Ну ладно. Тебе понравился теннис? Да. Пойдешь еще? Угу. Пойдешь в воскресенье? Это допрос, что ли? Да. Да. Пойду. Пойду. Да. Будешь заниматься профессионально, станешь великим игроком? Насчет первого и второго я не согласен, конечно. Можно, можно, конечно. Можно, да? Можно. В общем, мы получили интервью у очевидца. Оно было... не особо информативным. Просто шикарное было. Значит, так сказать, что большой теннис достаточно интересный вид спорта, которым можно заниматься. Да, этот мелкий. Да. Будет заниматься теперь. Так что посмотрим, что из него выйдет. Он у меня малой, особо не спортивно. Он ходил один год на дзюдо. Да, он ходил на один год на дзюдо, но потом, короче, в связи с учебой, то, что дополнительные курсы, он перестал заниматься спортом. Он такой же геймер, как и я. Вот, а сейчас моя сестра решила его повести на большой теннис, то же самое на племянницу, и мы сегодня ходили как раз на первое это занятие. Так вот, сейчас они тренируются на улице, но в последующем они будут тренироваться в Армаде. И тут я расскажу вам немного про Армаду. Я был на открытии Армады, это наш новый спортивный комплекс, который построен в Краснообске. Это первый спортивное такое огромное сооружение, построенное в Краснообске, знаю, там, с 90-х годов. Вот, там будет тренажерный зал, бассейн, спа, большой универсальный стадион, большое универсальное поле для баскетбола, футбола, ну, там, мини-футбола, волейбола, потом будет художественный зал, это там, где будут заниматься гимнастикой. Потом есть скалодром, батут и очень много всяких развлекательных развлечений. Если вам понравился данный видеоролик, то поставьте пальцы вверх.
И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующий. До скорой встречи. А мы повторяем, 5 сентября. И сам такой главный молодец, тоже улыбается, ты захиден. Записываться в социальных сетях. Видео снимаем, да? Да. Ну тогда здравствуйте всем. Мы команда Триумфо, самые веселые в мире ходулисты. Вот. Красноволск тоже привет. Всем привет, Новосибирск. Привет! Бре. Бре. Отлично.